Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Меридианы тела», то есть энергетические каналы, по которым движется энергия. Меридианы – это то же самое, что энергетические каналы. Движение энергии в нашем теле влияет на нашу жизнь, на наше самочувствие, влияет полностью на нас. Поэтому я всегда вам говорю, все в мире есть энергия, и движение энергии внутри, в нашем энергетическом теле, есть у нас у всех энергия, энергетические каналы. Энергия должна свободно, легко двигаться по энергетическим каналам, то есть по меридианам внутри нашего тела. Я вам объясняю по-простому, чтобы вы понимали, просто легко объясняю, что меридианы – это энергетические каналы, да? Все мои ритуалы я провожу в энергоинформационном потоке, в потоке энергии. Высшие силы дают помощь через меня. Ритуал уже работает, активировать специально ничего не нужно. Я помогаю вам в моих ритуалах улучшить ваше самочувствие, усилить вашу энергетику. Сегодня мы будем прокачивать энергию по меридианам, то есть проталкивать, разогревать энергию, чтобы энергия свободно двигалась. Конечно же, это новый ритуал, чистка новая. На моем канале много разных ритуалов. Все они работают. Вы разные, поэтому все ритуалы на вас работают в каждый новый, в любой день вы смотрите. Тоже реакция у вас может быть разная, друзья. Каждый день мы новые, каждый новый день, да? И энергия у нас тоже новая. И мысли у нас другие, каждое мгновение. Мы разные, поэтому я всегда вам говорю, в разные дни результаты будут разные. Друзья, даже если вы не чувствуете энергию, это не страшно. Смотрите, присутствуйте. Иногда вам нужно наработать энергию, чтобы вы наработали чувствительность в моих ритуалах, чтобы вы лучше чувствовали, как работает ритуал. Многие из вас чувствительны, очень чувствительны, потому что развили в себе способности, или у вас способности уже были, или вы просто чувствительны, или вы просто чувствуете людей, эмоции. Конечно же, вы будете чувствовать энергии в моих ритуалах, друзья. И в комментариях об этом вы пишете. И я читаю все ваши комментарии и вас благодарю, друзья. Сегодня мы прокачиваем меридианы, прокачиваем энергию в нашем теле, в каждом из нас. Сейчас я работаю с вами, я прокачиваю меридианы для того, чтобы убрать негативные какие-то скопления энергии, заторы. Тоже есть пробки энергетические, тоже разные бывают энергии. Когда в нашем энергетическом теле какие-то энергетические токсичные пробки из разных веществ. Но я сейчас говорю по поводу энергетики сейчас, да, поэтому токсичная энергия разная, есть тяжелая энергия, скопление тяжелой энергии блокирует ваши чакры, вы это знаете, да, я вам об этом рассказывала много раз, но энергия должна свободно, легко
двигаться в вашем теле по меридианам. Я не углубляюсь в количество, я вам не рассказываю это вам. Сейчас это не имеет значения. По поводу меридианов вы можете почитать в Гугле, да, подробно все, что вас интересует. Меня интересуют результаты. Я всегда говорю, положительные результаты, ваши ощущения, ваше самочувствие, которое меняется во время моих ритуалов. Сейчас мы с вами прокачиваем. Конечно же, я вам помогаю расшевелить, раскачать, прокачать энергию по меридианам в теле каждого из нас, кто меня смотрит. Вы все чувствуете практически, даже если вы что-то в комментариях пишете, рассказываете, улучшается ваше самочувствие. Или приток сил, или боли уходит. Конечно же, ритуалы мои работают. Это уже результат. Но результаты разные. Из многих результатов складывается большой результат, да? По крупинке, по кусочку мы движемся каждый к своей цели, потому что вы же ищите помощь, просите высшие силы. Высшие силы вам дали меня. Вы случайно нашли меня в интернете, друзья. Случайности не случайны. Энергия сейчас движется, движение происходит. И мурашки, и у вас могут быть и движения, чувствуете, и прилив сил, или кому-то тепло, кому-то жарко, кого-то, у кого-то ощущение покалывания иголочками, да, покалывает. Кто-то чувствует волосы, голова, кожа, кто-то пальчики, ладони чувствуете, пульсируют, стопы пульсируют или активируются, даже точечно вы можете чувствовать. Я всех вас держу в канале, в энергетическом сейчас. В моих ритуалах работает энергия оздоровительная, очистительная, очищающая, жизненная сила, созидательная энергия. Но чувствовать вы можете по-разному. Вы можете чувствовать определенные органы сейчас в этом ритуале. Или сердечко кто-то чувствует. А у кого-то какие-то проблемные, болевые какие-то или проблемные были, да, когда-то болезни или какие-то органы проблемные, чтобы я вас не наталкивала на какие-то болезни, я просто не озвучиваю, но вы можете чувствовать по-разному, даже какие-то у вас когда-то в прошлом были, или как когда-то иногда вас что-то беспокоит, да, тоже могут усиливаться ощущения в ритуале, в органах, в мышцах даже у кого-то, кто-то сухожилие потянули, да, или орган вы чувствуете какой-то. Или суставы, ноги, руки вы чувствуете, или какие-то подергивания у кого-то на лице, да? Глаз дергается. У кого-то, не у всех, друзья. Просто услышьте свою информацию.
И если у вас все замечательно, просто присутствуйте в этом ритуале. Пойдет вам этот ритуал на пользу. Так же, как все мои другие ритуалы. Я могу разговаривать, могу молчать в моих ритуалах. Я здесь, я с вами работаю. Не волнуйтесь, ритуал работает. Бывает, ослабевает энергетика, или периодически, или начинает барахлить как-то какие-то органы, или какие-то болезни какие-то, или какие-то симптомы у вас появляются. Потому что засоряется энергетика, блокируется, засоряется. Это не всегда магические воздействия, нет, друзья. У меня эзотерическая, магическая тема на моем канале. Конечно же, я работаю разными энергетическими методами. Все в мире есть энергия, чтобы вы понимали. И многие люди на вас влияют магически или просто влияют энергетически. Поэтому у вас могут появляться разные ощущения или какие-то периодические, какие-то сбой в чем-то, да? Или упадок сил, или еще какие-то по самочувствию. Сейчас мы это все прокачиваем, энергетику прокачиваем, усилим, ускоряем энергию. Течение энергии пробиваем каналы энергетические, где какие-то блокировки. Работаем сейчас с вами. А кому-то нужно несколько раз посмотреть этот ритуал, а кому-то нужно каждый день смотреть этот ритуал, если вы хотите, если вы решаете какие-то свои проблемы, да, потому что мои ритуалы работают, универсальные ритуалы я даю, работают по-разному. Кто-то смотрит, очищает энергетику, а получит результат. Положительный, побочный результат еще вы можете получить по-разному. Поэтому проверяйте, как работают мои ритуалы, да, пожалуйста. Пишите замечательные благодарности, интересные комментарии. Иногда пишите истории свои, пишите вопросы в комментариях, пожалуйста, не задавайте, друзья. На ваши вопросы я отвечаю на консультациях. По поводу ваших проблем я провожу консультацию, мы с вами беседуем, разговариваем. Я слышу вас, вы слышите меня и даю свои рекомендации. Для этого существует консультация. Сейчас прилив. Жар у кого-то, прилив к лицу, и к рукам, и к волосам, и к голове, и в голове вы можете чувствовать, и в теле, особенно жар в лице можете чувствовать, или тепло, чувствительность у всех разная. Это нормально. Ощущения нормальные.
Ритуал работает. Вы можете смотреть в ритуал, можете не смотреть, можете спать, можете лежать. Во время ритуала можете усыпать, просыпаться. Можете смотреть по-разному или слушать мои ритуалы, или просто в ритуале присутствовать, да? Через наушники можно слушать мои ритуалы тоже. Все работает. В вашей энергетике могут быть наслоения чужих каких-то энергий, поэтому существуют разные очистки у меня на канале, друзья. Но я даю разную информацию в ритуалах. Иногда я что-то рассказываю, друзья, поэтому аккуратно прислушивайтесь к информации. Может быть, эта информация не для вас. Вы можете присутствовать во всех моих ритуалах, очищаться. Но иногда я рассказываю какую-то информацию. Если у вас нет таких ситуаций в жизни, значит, это не о вас, значит, это нужно кому-то слышать. Но энергетику берите в каждом моем ритуале. И сейчас. И в других моих ритуалах, друзья. Но у вас бывают уже застойные такие, длительные какие-то ситуации проблемные в жизни, поэтому я рекомендую записываться ко мне на консультацию в WhatsApp, Viber, Telegram, написать SMS. Моя консультация платная, друзья. Но на консультации мы будем разговаривать о вас, конкретно о вас. Движется сейчас. А у кого-то ускоряется энергия, да? Вы можете чувствовать, как будто бы что-то, как будто бы спираль. По спирали движения вы можете чувствовать и вокруг головы, или какие-то вихри вы можете чувствовать сейчас, а можете и не чувствовать. Работа сейчас происходит энергетическая. Сейчас как будто бы тяжелый лоб такой, да? Может быть, у вас ощущение, может и не быть. Может быть, тяжелый лоб, как будто бы такая вот, как будто бы сгусток во лбу. Ну, прокачиваем энергию, конечно же.
И волосы хочется, и где-то почесаться, что-то чешется, или голова, или руки, или кожа. Да, тоже могут быть ощущения, потому что движение, энергия, концентрация происходит. И усиливаются ваши какие-то ощущения. Поэтому активируются точки. Поэтому и чувствительность усиливается, чувствительность. Поэтому вам кажется, что у вас там что-то чешется или что-то где-то журчит. Или на самом деле вы слышите звуки в организме, друзья. Это нормально. Мало ли как ваш организм реагирует. Потом напишите в комментариях, что вы слышали во время ритуала и какие у вас были ощущения. Я читаю все ваши комментарии. Обостряется обоняние, то есть можете чувствовать запахи. Кто не чувствует плохо, чувствует запахи, можете чувствовать сейчас или усиливается у вас такое, такая чувствительность. Обостряются разные функции, тоже зрение улучшается. Кровообращение тоже, циркуляция крови, циркуляция лимфы. И другие функции в нашем организме активируются. Друзья, я не могу называть здесь все по медицине все нюансы, которые есть у нас в организме, друзья. Для этого существуют другие направления. А я прокачиваю меридианы. Активируются разные функции. И в мозге тоже. Мозг начинает лучше работать. И циркуляция происходит тоже. Приток от крови. Отток крови. Голове. От головы. Потому что важно не только приток крови. И отток тоже нужен обязательно, потому что не было застойных явлений. И ноги, и стопы тоже бывают застойные такие, уставшие стопы и отеки. Ну, по-разному у вас у всех. И коленки тяжелые у кого-то, не у всех, у кого-то из вас.
можете чувствовать как будто бы горячий воздух, как будто бы такой горячий ветерок, вот. Или горячий такой горячий шарик по спине кружится по всему телу, да? Тоже может быть такое, как будто бы что-то теплое. Это сейчас включился такой момент. Как будто бы шарик такой теплый или горящий, или светящийся по вашему телу круговыми такими вращательными движениями, круговыми движениями можете чувствовать. И в стопах такие ощущения, и в голенях, и на ногах, и на руках, и на спине, и на животе. Везде вы можете чувствовать такие вот, как вихри, вращательные такие движения, круговые. А кто-то видит даже цветные такие вихри или шарики, да, или какая-то цветная энергия, вы тоже можете видеть. У вас просто у всех восприятие разное, и поэтому картинки можете видеть разные, ощущения разные. У кого-то быстрее происходит. Быстрее чувствуете или быстрее происходит улучшение в этом ритуале и в других моих ритуалах. У кого-то медленнее, это все нормально, у каждого. У всех по-разному, у каждого на своем уровне, на своем. Поэтапно или постепенно, у кого-то быстрее, ну, все происходит. Прокачка энергии по меридианам. У кого-то болела шея, сейчас прошла, да? Или меньше болит, или уменьшились боли, или уже не болит шея, потому что в начале, в середине ритуала были болезненные ощущения в шее, а сейчас улучшилось самочувствие. Друзья, я провожу консультации и я провожу энергетические чистки, индивидуальную работу. Если вы хотите ко мне записаться и вы хотите, чтобы я с вами конкретно лично с вами поработала, да, я тоже провожу чистки и энергетическую работу с вами и устраняю разный негатив. Друзья, пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram, SMS пишите мне. Но сначала мы разговариваем на консультации, потому что вы же новенькие, вы хотите рассказать, вы хотите услышать от меня мое мнение о ваших каких-то нюансах или о ваших каких-то проблемах, друзья. Поэтому пишите. Записывайтесь на консультацию заблаговременно, друзья. На консультации разговариваем по телефону. Вы меня слышите, я вас тоже слышу. Беседуем. Разбираем вашу ситуацию, друзья. Подписывайтесь на мой канал, потому что когда вы подписываетесь на мой канал, вы становитесь под мою защиту. Высшие силы вас привели ко мне. Я благодарю высшие силы и вас благодарю за лайки, комментарии, за помощь в развитии канала, за благодарности, денежные благодарности мне, как мастеру вы тоже высылаете. Вас всех благодарю, друзья. Сегодня ритуал у нас отработал.
Свечи догорают, не волнуйтесь. Свечи — это вспомогательные средства в моих ритуалах. Я вас всех держу в ритуале, в потоке энергии. Усиливаю энергетику вашу, друзья, благодаря моим умениям, наработкам, моей энергетике. То есть у меня есть свои секреты в работе. И вы пишете, что вы замечательно чувствуете помощь в моих ритуалах. И вам нравятся мои ритуалы. Я читаю все ваши комментарии. Пишите, друзья. В комментариях можете рассказывать сны ваши. Тоже интересно почитать. Вы можете рассказывать результаты, если это не секрет. Что происходит с вашими врагами после того, как вы себя чистите у меня на канале. Да, пожалуйста, тоже можете писать. Неожиданно бывает у вас какие-то неожиданные, какие-то информации к вам приходят неожиданно о каких-то недоброжелателях, которые вам вредят, друзья. Но обо всем мы разговариваем на консультациях. Пожалуйста, приходите ко мне на консультацию. Сначала записывайтесь, друзья, не надо мне звонить, потому что я всегда чем-то занимаюсь. У меня есть расписание, график моей работы, друзья. Поэтому я вас всегда жду, и я вас услышу, и вы меня услышите на консультации, которую мы с вами запланируем, друзья. Сегодня ритуал очень замечательно отработал. Я смотрю, вы уже такие немножко расслабленные, сонные, кто-то уже активный, а кто-то уже хочется кому-то петь и танцевать. Друзья, я рада вам помочь. Я благодарю вас всех. Я жду вас на моем канале. Вы помните, вместе мы сила, да? Пишите. Заходите на мой канал. До встречи, друзья!